Чемпионат России по дзюдо стартовал в Хабаровске. Красочная церемония открылась с лазерного шоу. В соревновательной сетке турнира около 500 спортсменов. В первый день соревнований было разыграно 5 комплектов наград. Чемпионами России стали Алена Прокопченко из Санкт-Петербурга, ее земляк Акбар Басугаров, Анастасия Дмитриева из Ханты-Мансийска и Сава Каракизиди из Краснодара. Не остались без наград и хозяева татами. Хабаровчанка Дарья Карпова завоевала бронзу чемпионата России. Тяжело. И морально, и физически. Сложно было очень, потому что вроде свои стены, но все равно это дополнительная ответственность. Напомним, что чемпионат России по дзюдо проходит в Хабаровске впервые и завершится 11 сентября командными соревнованиями.